День 29. Открыть стенной шкафчик. Вперед. Холли и феи, 1973 год. Кажется, мама все же верила в них. Привет, красавица. Ты должно быть малышка. Это письмо адресовано мне. Это мы с дядей Артуром. Я была такая маленькая. Моя дорогая Лили, мне становится сложно все помнить, и мне сказали, что дальше будет только хуже. Так что я хочу написать тебе это, пока еще могу. Я знаю, что когда ты это прочитаешь, меня уже не будет. У нас с Мэри была дочь Флора, которая пришла в этот мир слишком рано и покинула его слишком быстро. Потеряв ее, мы больше не пытались завести детей. Зато в нашей жизни, пусть и с неохотой, появилась племянница, а затем ты, которая родилась в нашем собственном доме. Лили, в день твоего рождения я посадил в этой роще желудь, как сделали мои родители, когда появились на свет я, мой брат и сестричка. Я назвал рощу садом Лили и превратил ее в волшебное место, только твое, чтобы ты всегда помнила, что ты Ля Роса. Я так тебя люблю, моя дорогая девочка. Больше всего на свете я жалею, что не увижу, как ты вырастешь. Твоя мама никогда не хотела быть частью нашей семьи, поэтому я не знаю, куда заведет тебя судьба. Но я от всей души надеюсь, что однажды ты вернешься сюда, прочитаешь это письмо и поймешь, что это место всегда будет твоим домом. С любовью в этой жизни и в следующей. Дядя Артур. Задумалась. Ты оберегал меня все это время, да? Ты и твоя семья. Я люблю тебя, дядя Артур. Спасибо. Ты прав. Это мой дом. Это всегда был мой дом. И я закончу начатое. Даже если завтра все это исчезнет.